Меня часто спрашивают, вот, когда узнают меня, говорят, а вы же так всех читаете, прямо сразу проникаете, так сказать. Я вообще все, я в полном шоке, во-первых. Я никого не читаю, это мне зачем? Да? Ну, это же логично, да? Чего я буду ходить с лупой, кого-то высматривать там, и так далее? Мне кажется, что есть вообще общий правильный подход к другому человеку. Это заинтересованность. Вам должно быть интересно, что он собой представляет. Ну вот не в смысле, как бы, а в смысле, что для него важно. Быть доброжелательными, ну вообще доверять. Я предлагаю на начале всегда доверять, по крайней мере. Да, потом можем получить по мордасам, и такое случается регулярно, но зато мы это по мордасам получим, которые можем уважать. Вот. Потому что если постоянно быть в тревоге и недоверии, вы никакого правильного психологического контакта с людьми не создадите, с другими. А без этого, ну, вообще какой смысл взаимодействовать? Как с функциональными единицами, это все тоска, так жить нельзя.